Надо переключить, просто включить. Я думаю, что так нормально. Понятно, что это Пасха? Да, будет такой немножко интерактив, чтобы было понятно. Это уже после голосования основного. Да, вот после основного голосования я как гражданин города, да, активный, я вот прохожу, уже проголосовал. Добрый день, приглашаем вас принять участие в голосовании за благоустройство общественных территорий. Прошу вас ознакомиться и пройти к месту голосования. Спасибо. Добрый день, я бы хотела проголосовать за общественные территории. Добрый день, хотите ли вы голосовать за вас? Да, конечно, вот мой паспорт. Можно сказать ваши паспортные данные и регистрацию? Да, конечно, я не возражаю. Поставьте, пожалуйста, подпись за получение бюллетеня. Спасибо. Можете проходить в место для голосования. Так, я еще ознакомлюсь. А почему вы про этот проект не сказали? Подождите, не разрушайте нашу дизайн. За сколько проектов я могу проголосовать? Вы можете выбрать три проекта. Спасибо. Номер 4 не забудьте. Кабинка будет на каждом участке или нет? Зарисуйте участок. Куда я могу положить бюллетень? Можете посетить ящик для голосования. Спасибо за участие. Ну, примерно вот так должно проходить вопросы. Понятно, что если у вас...